Дорогие ветераны, уважаемые соотечественники и гости, сегодня Беларусь торжественно отмечает главный государственный праздник – День независимости. День, который в далеком 44-м вернул мир на истерзанную фашистской оккупацией землю. Показал несокрушимую силу советского народа, белорусов, стоявших насмерть за свою свободу. Сегодня мы вновь вспоминаем всех, кто героически держал удар агрессора. И эта память – часть нашего национального самосознания. Пусть память и благодарность объединяют наши сердца. В год великого праздника 75-летия освобождения Белоруссии. В середине ноября 2019 года в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени Ивана Франко состоялась презентация фотовыставки «Крым-Беларусь» Дины Шевченко, члена Союза журналистов России, главного редактора журнала «Крым-Беларусь». Автор посвятила ее 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Гостями выставки стали представители власти, общественности и духовенства Крыма, члены национально-культурных автономий и обществ полуострова, читатели и гости библиотеки. Проходила она под патронатом Министерства культуры Республики Крым, Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени Ивана Франко и при поддержке Комитета Государственного совета Республики Крым по межнациональным отношениям и народной дипломатии. В Евпатории Дина Шевченко является председателем Белорусской национально-культурной автономии. По ее инициативе много лет назад была создана единственная в СНГ общественная организация ветеранов-освободителей Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. По приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в июне 2007 года группа евпаторийских ветеранов участвовала в торжествах, посвященных 63-й годовщине освобождения страны от фашистской оккупации. Основные моменты этой поездки и легли в основу экспозиции фоторабот Дины Шевченко, дочери фронтовика, которая бережно относится к исторической памяти народа. Дину Григорьевну, человека активной жизненной позиции, хорошо знают не только в Евпатории, но и в Крыму. Об этом на открытии выставки говорил председатель Комитета Государственного совета Республики Крым по межнациональным отношениям и народной дипломатии Юрий Гемпель. Вы знаете, сегодня я здесь по поручению главы нашего парламента Владимира Ильича Константинова. Он просил выразить глубокую признательность, поздравить Дину Григорьевну с открытием сегодняшней выставки. И от себя лично хочу сказать, что я лично Дину Григорьевну знаю уже, не знаю, много лет. Это красивый, энергичный, умный человек, который уже на протяжении многих-многих лет вносит свой вклад в создание мира и взаимопонимания на полуострове. И, конечно, эта выставка, которая приурочена к 75-летию победы над фашистской Германией, она, конечно же, очень важна для, не только для вас, для членов белорусской региональной автономии, а для крымчан в целом и для России. Почему? Потому что в условиях санкций, в условиях информационной войны, политики, средства массовой информации западных стран пытаются нивелировать нашу победу, общую победу советского народа над фашизмом. Свою коллегу с персональной выставкой поздравили председатели общественных организаций. Региональной национально-культурной автономии белорусов полуострова «Белорусы Крыма» Роман Чигринец и украинской общины Крыма Анастасия Гричина. Ну, для нас сегодня действительно большой праздник. Наш большой друг, товарищ, наша боевая сестра Дина Григорьевна сегодня делает для нас огромный праздник. Она открывает шикарную выставку, посвященную действительно большой дате для каждого белоруса. Великая Отечественная война прошла через всю Беларусь. Мы знаем, что страна была практически уничтожена с лица земли. Было очень трудно и тяжело ее восстановить. И в Беларуси на уровне государства чтится память об этой великой трагедии. И Дина Григорьевна своими работами смогла все-таки показать, как сейчас помнят в Беларуси об этой трагедии, как в Беларуси заботятся об общей исторической памяти, о том, что наши народы прошли вместе, и о том, что нас связывает и будет связывать впереди. Именно такие люди, как Дина Григорьевна, должны помогать
усиливать наши братские отношения между нашими странами и развивать наши отношения. Спасибо ей огромное за ее талант, за ее работу, за то, что она популяризирует братские отношения между нашими странами. Ну и, конечно же, за то, что она дала повод нам все вместе собраться и еще раз насладиться прекрасной белорусской культурой. Спасибо, Дина Григорьевна, дорогая. Дина Шевченко любит делать подарки. На празднике она подарила старейшей белоруске полуострова 85-летней Елене Кириенко ткань для пошива национального костюма. И, конечно же, вручала эксклюзивные презенты – культурно-просветительский журнал «Крым-Беларусь», который увидел свет 19 лет назад. Тогда же Дина Григорьевна получила благословение от митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря на успешное развитие нового издания. О библиотеке имени Ивана Франко протоиерей Александр Алашин, клирик Кафедрального собора Александра Невского, передал Дине Григорьевне наилучшие пожелания и памятный подарок от митрополита – икону святителя Луки. Автора фотовыставки поздравляли Александр Шамру, полковник, член Президиума Совета Белорусской автономии «Белорусы Крыма», Халидя Ахмеджакова, директор региональной общественной организации «Межнациональный центр культуры и творчества женщины Крыма», Александр Сандрыгайло, заместитель председателя Белорусской автономии «Земляки», Симферополь, Людмила Айзенштейн и Тамара Пухальская, члены правления Белорусской автономии «Белорусы Крыма», руководитель культурно-просветительского общества белорусов Алушты Сябрына Виталий Бартухов и многие другие. Вельми приемно, что сегодня соправды мы перенеслись в родную Беларусь, в нашу Беларусь-партизанку, в нашу героичную краину, якая соправды заслуговая, каб яе поважали. Тому, что усе войны, якія шли на Великую Русь, яны шли праз Беларусь. Колькі жахов ведая наша Беларусь, яе героичный народ. Нават апошняя война, уявите себе, 250 лагеров смерти на теле нашей Беларуси. Больше, як 600 спаленных вёсок разом с жыхарами. Кожны третий жыхар Беларуси не дочекався святочных дзён великой перамоги. Низкий поклон усім, хто жив у той час. Усім, хто терпел и горечь, и боль, и про слезы страты прошел той суровый час. И тому дякую, Дина Григорьевна, что вы еще раз напоминаете нам об этом. Особым гостем мероприятия стала Альфе Ханум Яшлавская из Евпатории, кандидат социологических наук, хранительница единственного сохранившегося в Европе древнего монастыря Текие Дервиши. Дорогая Дина, я вас знаю очень давно, когда вы еще были юная, красивая, и красота ваша никогда не усекает, звонкая, такая умница. И ваш журнал пользуется очень большим спросом среди не только жителей Евпатории, но и гостей. Я думаю, что журнал очень хорошая вещь, которая объединяет нас всех нашими судьбами. Моя судьба детдомовская. Отец мой погиб на войне, поэтому юбилей 75-летия Победы для меня имеет очень большую роль, как говорится. Мы выжили. Ни на что, несмотря ни на что, мы получили высшее образование, стали учеными. И слава Богу, Бог привел меня на путь святости, духовности. Я дервиш. Дервиш – это значит дочь Бога. У нас нету религии, у нас только вера в Бога. И каждый к Богу идет своим путем, который называется религией. Я езжу и хожу по многим святым местам, не только мусульманских святынь и христианских. Была в храме святого Николая в Демре-Мире, была в храме святой Девы Марии Богородицы в Эфесе, была в храме Петра и Павла в Мерсине, по всему Средиземноморью
эти ноги старческие прошли пешком, чтобы эту благодать духовности принести в Крым. Вот мы живем в мире, добре, согласии. Я желаю всем крымчанам мира, добра. Мы должны знать свою историю, помнить свою историю и не забывать ни одно имя, которое отдал человек, отдал за вот это мирное время. Дина, поздравляю тебя, ты делаешь очень хорошее дело. И в то же время мои исследования именно святых мест, я начала с Евпатории, величественная ханская мечеть, которая не была так исследована. И я написала эту книгу «Я дарю», чтобы вы всегда помнили о духовности, писали побольше о духовности, потому что именно духовность объединяет людей. Это любовь, это вера в человека. Поэтому я всех люблю, и также мою Диночку. Стихотворение о любви к отчизне, благодарной памяти к ее прошлому, прекрасным человеческим чувствам читали белорусский поэт Игорь Колосовский, член правления белорусской автономии «Белорусы Крыма», Михаил Красников из Бахчисарая и Галина Баранова из САК. Ой, сколько народов на свете! Усих перелечить боюсь. А с полночи, дыхая ветер, то шли свой привет в Беларусь. Народом своим гонаруся, широкой душой он, не узкой, на этой земле белорусь я, и мова моя белорусская. Дякую. Юнцы кружат и небо в огне. Гости презентации желали всем мира, добра, взаимопонимания, дружбы между народами Крыма. Ведь, как мудро говорится в белорусской пословице, в соседстве жить, один другому служить. Мажорные, энергичные и жизнерадостные песни прозвучали в исполнении двух вокальных ансамблей. Это «Поющие сердца», руководитель Александр Дудоров, Центр эстрадного искусства «Симферополь», неоднократные победители всероссийских конкурсов и фестивалей, и «Родные напевы» под руководством Ольги Руденко, заместителя председателя белорусской автономии, солист Владимир Титовец. Гости фотовыставки участвовали в составлении букета памяти, вспоминая погибших в Великой Отечественной войне. А в конце встречи Дина Шевченко передала эти цветы в кафедральный собор Александра Невского.
Закончился праздник за общим столом с чаепитием. Студранников для гостей фотовыставки прислал в подарок давний друг белорусской национально-культурной автономии Крым-Беларусь, директор Евпаторийского санатория Орен Крым Анатолий Арестов, всегда поддерживающий проведение мероприятий с участием ветеранов. Именно в этой здравнице 8 месяцев назад, 2 апреля, в день единения народов Беларуси и России, впервые открылась фотовыставка Дины Шевченко. Пусть память и благодарность объединит наши сердца! Валентина Лавренко, Алексей Гладков, Евпаторийское время.